Всем привет, на связи Федор Васильев, и в этом видео обновление Gridbox версия 2.2.7. И давайте посмотрим, что с этим обновлением пришло. А пришел с обновлением плагин небольшой галереи. Сейчас вы видите, он установлен на сайте Gridbox, вот так это примерно выглядит. Кликаем по картиночке, имеются стрелочки и крестик закрыть. И можно вот так переключаться. Раньше нам бы пришлось прибегать к дополнительному компоненту галереи, который стоит отдельных денег. А сейчас же у нас есть собственный плагин Gridbox галереи. Он абсолютно мобилен. На каждом устройстве мобильной версии можно настроить отображение число колонок, отступов, размеров. И также на мобильных устройствах галерея реагирует на касание пальцем. Да? Давайте посмотрим это технически, как это выглядит. Заходим в режим редактирования Gridbox, кликаем по плюсику, и в разделе «Контент» у нас здесь появилась новая иконка «Простая галерея», она так и называется. Давайте посмотрим ее. Либо загружаете изображения, подготовленные вами. У меня уже загружено. Вот я их вижу здесь. Выбираю все. Нажимаю, да. Сразу же мы можем менять местами изображение, зажав левую кнопку мыши. Также напротив каждого изображения есть карандашик редактирования. А также напротив иконку удалить, корзиночка, да, если нам вдруг какое-то изображение здесь не нужно. И плюсик добавить еще изображений. Так, папку 1, животные, например, добавить. Ну, добавляем вот еще изображений. Число колонок. Смотрим, какие здесь есть настройки. Пока оставляем отступы между колонками, высота. Lightbox, то есть затемнение Lightbox, да, какого цвета выбрать. Внешние отступы сверху, снизу. Где отображать, где не отображать на устройствах. И штатные здесь поля, суффикс класс и так далее. Больше настроек здесь нет. Нажимаем на галочку. Видим наше изображение, то есть прямо здесь в режиме редактирования мы можем их просматривать. Давайте сохранимся. Пойдем на фронтальную часть сайта, обновимся. Вот так это выглядит. Давайте посмотрим настройки. Например, я хочу Lightbox сделать, например, дизайнерским цветом, то есть тем цветом заливки, например, под свой шаблон, да, который у меня был. Сделать его там более темным, я не знаю. Чтобы затемнялся, видите, синим вообще. Вот. Ну и число колонок тоже интересная вещь. Отступы. Вот можно отступ убрать между картинками. Высота. Например, 5 колонок. Я оставлю 4. И смотрите, как вы можете настроить под мобильное устройство. То есть мы с вами здесь смотрим, например, как смотрится на самом маленьком размере на телефоне. Смотрится не очень хорошо. Вы с легкостью заходите в режим редактирования. Делаете, как правило, это одна колонка. И можно играться вот так вот. Высота, убрать расстояние между картинками. Да? То есть как вам уже лучше. Вот видите, как на мобильном устройстве уже смотрится. То есть вот так это примерно выглядит. И, соответственно, на любые другие устройства, планшет, в развороте планшет тоже можно сделать, чтобы смотрелось более интересно. То есть вот такой вот плагин. Из обновлений Gridbox 2.2.7 здесь вы можете видеть, что еще исправлено. Да? Если вас заинтересовал данный компонент Gridbox, с помощью которого можно построить профессиональный лендинг-пейдж, то по этому инструменту у меня есть пошаговый обучающий курс для новичков. Если вы хотите стать настоящим профи в создании потрясающих лендинг-пейдж, то переходите знакомиться с моим видеокурсом. Ссылка будет в описании под этим видео. На этом видео заканчиваю. Пока-пока. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik.
Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.